Друзья мои, 16 июня, 11.51, 24 градуса, прекрасное место. И сегодня день медицинского работника. Второй год подряд мы устраиваем вместе с фондом «Благодарность» медицинскую регату. Будет очень круто! Дорогие друзья, второй год подряд проходит медицинская регата, благотворительная регата, которую делает фонд помощи медикам в «Благодарность». Эта регата направлена на, с одной стороны, борьбу с профессиональным выгоранием медицинских работников. Мы все собранные средства направим на создание чат-бота, благодаря которому медики смогут получать инструменты по борьбе с выгоранием. Но, с другой стороны, это прекрасная возможность пообщаться друг с другом не в халате, не в хирургическом костюме, а под ярким солнцем, с ветром, на воде, во время гонок, во время соревнований вместе с шкиперами, классными парусами, судьями, возможность получить незабываемые впечатления. Нам этого очень сильно не хватает в нашей обычной жизни, именно позитивных впечатлений. И сегодня их было сверхдостатка. Конечно же, я хочу поблагодарить те команды, которые приняли участие в первой гонке этого сезона. Это Склиф, Буянова, больница имени Вересаева, акушер-гинекологи Москвы под руководством Антона Сергеевича Оленева. Это больница имени Кончаловского, это клиники ДНКОМ, это Национальная ассоциация управленцев здравоохранения, это компании Интерсен, Валента, это команды Одинцовской больницы, команды дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы. Друзья, я рад, что все приехали сегодня на регату. Всем желаю попутного ветра и победы.